Здравствуйте. Вы смотрите программу «Диалог с властью». Сегодня мы поговорим о квартирных кражах, в особенности в летний период. Их количество увеличивается. И у нас в гостях сегодня начальник отделения, имущественного отделения уголовного розыска нашего Мытищинского ОВД Андрей Бирюков. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте. Ну, как я сказала, что в летний период квартирные кражи увеличиваются по статистике. Все-таки как прошел первый квартал 2013 года? Стало ли их больше по сравнению с аналогичным периодом 2012? По статистике могу сказать следующее. Значит, за 2013 год выявлено 116 преступлений. Это квартирные кражи, грабежи из квартир. За 2012 год их уже было зарегистрировано 146. Есть, несомненно, спад преступления. Также есть рост выявленных преступлений. То есть за 2013 год, первый квартал, раскрыто из ранее совершенных 46 преступлений. А за тот же период 2012 года их было выявлено 29. Есть рост. То есть в два раза практически. Да, есть рост выявленных. А с чем связано все-таки уменьшение квартирных краж? Как вы считаете? Несколько причин. Основное – это развитие инфраструктуры Мытища, а именно установка видеокамер, установка защитных сигнализаций, ну и развитие в целом инфраструктуры безопасности. ЧОПы, охрана, неведомственная охрана. Люди все-таки становятся, ну, заботятся о своем имуществе и чаще уже устанавливают системы защиты, такие как сигнализация. Опять же, если это первый этаж, защита окон, решетки, двери хорошие. Ну и безопасный город тоже решает, помогает, потому что дополнительное видеонаблюдение. Безопасный город, немножко поподробнее, что это за... Значит, это такая система установленных видеокамер по всему городу. Наиболее, где много людей, площади, пересечения дорог, какие-то дома, устанавливаются видеокамеры, которые выходят в один центр видеонаблюдения, где люди, непосредственно сотрудники этого безопасного города, отслеживают правонарушения. Они в основном, конечно, отслеживают административное правонарушение, но данная система позволяет нам выявлять и наши уголовные преступления, а именно кражи, грабежи, какие-то ДТП, транспортные происшествия, либо угон автотранспортных средств. Можно быть спокойным, по всему городу за нами наблюдает много маленьких камер. Ну, фактически они наблюдают, как бы, да, в целом за нами, но это больше помощь, чем как бы в личную жизнь, не знаю, вмешивание. Хотя фактически это все-таки не так. На территории Мытищинского района, кроме квартир, у нас существуют также и дома. Туда тоже жители устанавливают вот эти вот сигнализации. И насколько это действенно? Все-таки оно находится не около центра города, наверное, не около каких-то отделений полиции, где можно сразу отреагировать и приехать. А дома все-таки находятся в каких-то у нас населенных пунктах, куда ехать, наверное, чуть подальше. Есть ли смысл их там устанавливать? Отвечаю. Ну, значит, на данный момент все-таки, я это уже говорил и в ранних, и в других эфирах, самые эффективное средство – это установка сигнализации. В любом месте, где она установлена, по требованиям, и это фактически так и есть, приезжает наряд полиции либо охрана в течение 5-7 минут. Данного времени не хватит преступникам для того, чтобы обкрасть квартиру. Поэтому, где бы эту сигнализацию не устанавливали, на территории всего района есть отдельные, фирмы, которые обслуживают данную только территорию. Mm-hmm. И поэтому они все, где устанавливают сигнализации, они отвечают и ручаются за то, что в течение 7 минут они прибывают на место. Поэтому это прописывается в договоре, когда заключают граждане. Это по закону так прибывает. Но сложился у многих такой стереотип, что установить, ну, себе охранную сигнализацию – это очень затратно и очень дорого. Действительно ли это так? Чтобы понять, дорого это или нет, как правило, граждане понимают это только после того, как происходит как обворовывают квартиру. Установка сигнализации, она, ну, скажем так, одноразовая, это там 10-15 тысяч рублей, да, и ежемесячная оплата, это там достигает там 1000-1500 рублей. Но это, как правило, 95% защита того, что к вам даже не пойдут, потому что преступники в основном видят эти сигнализации, то есть там либо наклейки, да, оповещающие на дверях, либо какие-то выведены кнопки, они видят, и в такие квартиры они даже не пытаются там залезть. Это проблема для них. Поэтому такие квартиры они обходят. Безопасность, мне кажется, она намного
дороже, чем эти деньги. Вы сказали о том, что раскрываемость подобных преступлений, как квартирные кражи, вот также увеличилась в 2-1.5 раза в этом году. Это тоже связано, наверное, скорее всего, только с теми камерами, которые находятся на улице? Но это, опять же, ряд условий. А сказать, что только одни камеры, это тоже неправильно. Проводится ряд профилактических мероприятий сотрудниками полиции, которые позволяют нам выявить преступление на этапе подготовки. Либо второе, как бы положительная профилактика, это оповещение граждан, оповещение людей о том, как им правильно обезопасить свой дом. Угу. Вот. Это ряд простых, но, скажем так, очень функциональных и действенных моментов. Это первое. Необходимо как бы постоянно быть бдительным. Если это квартира, необходимо понимать, что в подъезде посторонних людей не должно находиться. То есть домофон открывать посторонним людям, которых вы не знаете, которые представляются там любой там горгаз, горсвет или милиция, открывать не обязательно сразу. Можно узнать. То есть необходимо определить, если это из милиции, из какого отдела, узнать фамилию, позвонить опять же по телефону, узнать, есть ли такой сотрудник, работает ли такой сотрудник. Дальше. Необходимо понимать, что чем больше вы знаете про своих соседей, тем больше помощи от них вы получите. А именно, если, например, в данный период, в летний период, вы уезжаете куда-то в отпуск, сказать своим соседям о том, что вот я покидаю квартиру на 2-3 недели, и если вас не затруднит, периодически там посматривайте, не открыли ли эту дверь, или чтобы там посторонних людей возле квартиры не было, это все-таки позволяет помочь, скажем так, обезопасить. Ну и такой один из вариантов – это быть внимательным к дверям. То есть преступники периодически пытаются открыть дверь путем подбора ключей либо специальными отмычками, которые, в свою очередь, портят замок. И если вы приходите и видите, что у вас поврежден замок, то это один из вариантов того, что преступники пытались проникнуть в квартиру, просто не получилось с первого раза. На что стоит обратить внимание и поменять стоит замок. Есть ли такие двери и такие замки, которые невозможно вскрыть? Таких замков и таких дверей просто не существует. Опять же, это аналогию провожу с установкой сигнализации. Новые двери стоят порядка больше 30-40 тысяч рублей, а функциональность их – это плюс 2 минуты к открыванию двери. Любой замок, абсолютно любой открывается, просто на него тратится, может быть, 2, может быть, 3 минуты времени дополнительно преступнику, потому что это люди-профессионалы, и они знают, какие замки выходят, и как их открывать. В первом квартале этого года такие виды преступлений, они уменьшились, но, насколько всем известно, май месяц наступает, все на картошку, на дачу, и в выходные, как правило, нету людей в городе, и все куда-то уезжают. Как вот в этот период все-таки у нас в районе обстановка стоит? Летний период – это один из периодов, скажем, увеличения количества преступлений и уменьшения их раскрываемости. С чем это связано? Опять же, люди уезжают отдыхать, уезжают на дачи, уезжают из квартиры на большой промежуток времени, там более 2 недель. То есть когда произошло ограбление этой квартиры, да, когда ее вскрыли, непонятно. То есть люди приезжают, а 2 недели там, может, уже нет, никого не было. Вот. Часто в этот период преступники заранее, скажем так, выставляются возле домов и определяют, когда граждане уезжают, или уезжают в отпуск, либо уезжают на дачу. То есть они предварительно смотрят, если там граждане собирают много вещей и уезжают там на машине, то, скорее всего, они едут на дачу, и 2 дня в квартире никого не будет. Это позволяет спокойно и беспрепятственно эту квартиру ограбить. То есть лучше тоже быть бдительным и внимательным в этот лучше период? Лучше бдительным, внимательным и все-таки обезопасить свою квартиру такими способами, как установка либо сигнализации, либо все-таки просить кого-то из родных, там, периодически, если вы уезжаете, на эту квартиру проверять. Это хотя бы позволит понять, если ее ограбили, в какой период. Чем этот период меньше, тем больше вариантов и шансов найти этих преступников по горячим следам. Ну, ваше отделение, кроме квартирных краж, занимается куда большим видом преступлений. И одно из тоже таких можно назвать, наверное, бытовых, это воровство номеров. Мы об этом не так давно говорили и рассказывали жителям. Хотелось бы еще немножечко напомнить по поводу номеров на машинах.
Да. Как себя вести, если у вас украли номер и требуют выкуп? Все-таки еще раз напомнить, что нельзя и не стоит делать, и куда надо обращаться в этом случае? Эта тема, к сожалению, тоже уже не нова. Вот, и она развивается только по посетительству наших же граждан. Почему? Значит, основное количество людей, у которых снимают госномера, это люди не из нашего региона. Это не обязательно там, Московская область, это соседние регионы, которые тут проживают и приехали на своих машинах сюда. Эти машины стоят на учете в других регионах. Угу. То есть им тяжело их восстановить. Да, то есть преступники, понимая это, идут на цель такую, что гражданам проще заплатить эти 3000 рублей, чем ехать на родину, восстанавливать эти госномера и тратить огромное количество времени и средств для этого. Вот, это не совсем правильно. Если номера и госномера с машины будут сняты, вы же, любой гражданин, не знает, где они могут оказаться, эти номера. И, может быть, на этих государственных номерах будут совершены какие-нибудь преступления. И, как правило, за это будет отвечать все-таки тот гражданин, кому они принадлежат. Поэтому при том, когда у вас снимают эти номера, необходимо в первую очередь сообщить в полицию, либо в ГАИ, либо в УВД, в отдел полиции. Чтобы написать заявление, дежурный примет это заявление, и по данному факту будет проводиться проверка. Вот. Потом получаете справку о том, что у вас эти госномера украли. И, в принципе, если эти госномера всплывут где-то, скажем так, на месте преступления, к вам будет намного меньше вопросов, чем если вы об этом скроете. И чем больше наши граждане будут платить, тем больше эти номера будут воровать. Но у многих, наверное, также интересует вопрос, что да, номер украли. Ладно, если это другой регион, это там свои какие-то у них есть требования. А если так называемые красивые номера, когда одинаковые циферки или буквы, естественно, такой же номер он обратно не получит. То есть номер получает в ГАИ уже совершенно другой человек. Ну, что значит красивые номера? Это понятие, как если граждане повезло, и он получил такой номер, но в принципе, дубликат, просто некоторые граждане идут на то, что делают, воруют один номер оставляют, да, вот, и делают дубликат. Это я тоже не советую делать, это противозаконно, и если ваши номера узнают то, что они фальшивые, это будет подделка государственных знаков, и за это идет уже не административная, а уголовная ответственность. Поэтому все-таки, если красивые номера, жалко, не жалко, но стоит в первую очередь сообщить об этом в полицию. Насколько мне известно, также вашим отделом, вашими сотрудниками находили такие номера, когда воруют, обращаются к вам люди, и так получалось, что находили практически. Это было буквально вот в этом месяце, да, был ряд серий краж госномеров, буквально там по 5-6 машин с одного места. Граждане, те, которые обратились сразу же, в течение там, буквально 2 часов эти госномера были найдены и вернули владельцам. Но они где-то рядом находились, да, недалеко от машины? Было проведено оперативное мероприятие, в рамках которого были обнаружены эти номера. Кроме того, хотелось бы мне еще все-таки затронуть тему с карточками кредитными и некредитными, и зарплатными, с которыми тоже производится огромное количество краж, и преступники что только не придумывают, как только не изощряются, чтобы снять денежные средства. Вот какие самые распространенные на сегодняшний день кражи в этом направлении? Самое популярное сейчас воровство, это воровство с помощью вот этих карточек пластиковых, так называемые, делаются дубликаты, слики этих карт. Как это делается? Самый простой способ – это установка специальных считывающих устройств на банкоматов незащищенных, а именно, которые находятся в переходах, которые находятся в каких-то магазинах установленных, которые не охраняются, нет видеонаблюдения сверху. На эти банкоматы чаще всего и устанавливают такое специальное оборудование. Оно отличается, его можно, в принципе, если внимательно посмотреть, увидеть. Оно это устанавливается на картоприемник, он выпирает от такого устройства небольшого размера, отличается по цвету, как правило. В общем, что-то лишнее называется находится на этом банкомате. Либо еще какие-то видеокамеры, которые устанавливаются рядом в лотках с рекламой, либо скрыто.
Вот. Такие камеры можно установить только, как понимаете, там, где не проверяется, не охраняется охраной. ЧОП, либо безопасность. Да. Поэтому все-таки наилучший способ – это пользоваться теми банкоматами проверенными, которые установлены либо в Сбербанках, либо в банках внутри, которые периодически проверяются, которые находятся в отдельных закрытых помещениях. Вот. Если же все-таки так получается, что у вас с карточки, с счета снимают деньги, а вы об этом не знаете, но вам приходит оповещение, это все-таки один тоже из плюсов. Надо устанавливать себе на телефон интернет-банк, который позволяет вам наблюдать всех действиях, происходящих с вашим лицевым счетом, с вашим банковским счетом. Если вы видите, что с вашего счета списываются деньги, а вы это не делали, вам необходимо сразу же позвонить в банк и сказать, что данная операция, но там вас просят ряд вопросов, и если вы подтвердите свои данные, то эта операция в течение некоторого времени, если это происходило там в течение часа, двух-трех, возможно приостановить, и вам будут возвращены эти деньги. Насколько сейчас вот те же банки себе стараются обезопасить в этом направлении? Проверяются как-то банкоматы либо сотрудниками банка, либо вашими сотрудниками? Вот, значит, одно из сейчас направлений – это все банки, которые раньше находились в переходах, там, да, в шаговой доступности, так называемые, их все-таки убирают. И сейчас они устанавливаются либо внутри банка, либо при банковской территории, но охраняемые и находящиеся под видеонаблюдением охраны банка. Такие банки проверяются периодически, и на многих банках сейчас уже вешается специальная реклама, где люди могут прочитать, как выглядит панель, как выглядит сам терминал, чтобы на нем не было лишних каких-то приборов и лишних каких-то устройств. Ну и одно еще из направлений — это так называемое мошенничество с помощью телефона, когда люди звонят вам, преступник вам звонит на телефон и говорит, вот ваша карта будет заблокирована, и для того, чтобы ее разблокировать, необходимо узнать пин-код. Там, вы отправляете смс-кой пин-код или говорите, а у вас через некоторое время через систему интернет снимают все деньги. Насколько мне известно, пин-код нельзя называть даже сотрудникам банка, даже когда ты что-то делаешь там в банке. Это абсолютно да, но есть такое, сейчас используют все-таки телефоны, все же прекрасно, наверное, знают, что вот эти номера 900 высвечиваются, там, если это Сбербанк, и все думают, что если пришла смс-ка отсюда с просьбой скинуть сюда, отправить смс, то это безопасно. Есть, да, правило, никому свой пин-код не называется. Это основное. И в том числе нельзя его писать на тех же карточках, которые вы используетесь. Ну да, это ошибка. Либо вкласть в одно и то же место, в кошелек, например. Называется подарить преступнику еще помимо и карточки, еще и все данные на него. Обращаются ли к вам с такими заявлениями об интернет-мошенничестве также через карточки? Это, да, классическая тема, когда люди пытаются, граждане наши пытаются купить товар подешевле, используя систему интернет, сеть, где товар там предлагают за буквально там 30-40-50% скидка, и люди как бы оплачивают вперед товар, да, это не совсем тоже правильно, хотя эта система работает, но эта система работает на проверенных сайтах, на проверенных, где есть там отзывы, там, которые работают уже не один там год. А те, там, где товар намного дешевле и просят сразу оплатить, ну, гражданам стоит об этом задуматься. И бывают ли такие скидки? Ну, как правило, когда обращаются с такими заявлениями, насколько реально раскрыть подобное дело и как-то вернуть деньги пострадавшему? Все, что связано с высокими технологиями, это сложно, понятное дело, да. Но, в принципе, если данные преступления совершаются как бы сериями, да, если это не ради там одного человека, то преступники оставляют следы, в том числе все-таки в системе интернет есть ресурсы такие у нас, чтобы найти данные, где зарегистрированы, потому что деньги все-таки проходят безналичный расчет, поэтому они оседают где-то на каких-то счетах. Эти счета, в принципе, найти можно, но просто данный процесс занимает очень много времени. Это там не месяц, не два, не три. Вот. Поэтому все-таки основная просьба граждан – это правильно и разумно пользоваться покупками через интернет. И еще одна из возможностей – это если все-таки открывать специальные карты, которые будут отличаться от зарплатных, на которые будут отдельно лежать деньги, не все. Это, сейчас это во всех банках принято. Те карты, которые для покупок в интернете используются, это отдельные счета. Это позволяет хотя бы уберечь остальные деньги. Ну, насколько мне известно, у вас еще есть ряд направлений, которыми занимается ваше отделение. Вот немножко про них расскажите. Да, помимо
краж квартирных у нас еще существует, это угон автотранспортных средств, также и других направлений, это разбои, это особо опасные, там статьи 161, это грабежи, разбои, нападения на людей. Вот. Но данные направления сложны, да, мы потому что фактически работаем не по предотвращению преступления, а по его раскрытию. Угу. Потому что залезть в чужую голову нельзя, мысли не понять преступника тоже нельзя. Поэтому такие преступления есть, пытаемся. Поводу угонов хотелось бы еще немножко поговорить. Насколько я знаю, есть тоже такие случаи, когда угоняется машина, а потом также то ли преступник, то ли еще кто-то звонит и говорит, что вот видели вашу машину там-то, вы там заплатите нам 10 тысяч рублей, и мы вам скажем, где вы можете забрать и где найти. Как себя в этих случаях вести? Этот случай буквально вот на моей практике был совсем недавно, менее недели назад. Значит, как правило, если машина угоняется, в 90% случаев она угоняется не для того, чтобы вернуть владельцу. Потому что это все-таки опасно, вдруг он заявит в милицию. Угу. Поэтому, как правило, преступники воруют ее с целью перепродажи в других регионах. А те люди, которые звонят и говорят, что там, спустя там, полгода, год, о том, что мы знаем, где ваша машина, и можем вам ее вернуть, мы там агентство какое-нибудь, безопасность угу. там, или какое-то... вот. Это обман. Люди узнают это через... социальные сети, потому что многие сейчас граждане, когда у них происходит такое несчастье, как их автомобиль где-то ворует, кто-то видел, где-то звоните. Кто-то написал, да, пишут сообщения. Преступники, находящиеся место лишения свободы, узнают эти вещи и путем, скажем так, манипуляции, они психологи все-таки, угу. это отработанные годами, они звонят и говорят, что вот мы знаем, где ваша машина, начинают там ряд действий делать, а именно там сейчас подъедет к вам человек, вы с ним встретитесь, там-то, там-то, вот мы знаем вашу машину, цвет такой-то, и гражданин в надежде на то, что у него есть шанс вернуть свою машину там за какие-то 10, там, 20, 30 тысяч рублей, он идет на это, он про все забывает, он идет на встречу, там никого, конечно же, нет, как правило. Они говорят, что вот мы боимся, а вдруг вы там полицию приведете угу. или кого-то еще, а мы ее не воровали, там мне говорят так. Вот перечислите деньги, и мы вам прям скажем, где вот машина стоит, буквально там в 20 метрах от вас. Вот. Некоторые люди там, один из 100, как бы соглашаются и перечисляют деньги. Ну, не получают ни деньги, ни машину обратно. Это один из такой вот мошенничества. И очень сложно, наверное, также обнаружить этих людей. Да, потому что данные, опять же, счета и телефоны используются на подставных людей, которые по украденным паспортам либо по фальшивым получали. Вот. А счета находятся, как правило, за границей. Поэтому вернуть деньги очень проблематично, если практически невозможно. Поэтому граждане все-таки должны понимать, что машина воруется не для того, чтобы им через полгода вернуть. Это один из тысячи случаев такое бывает. Поэтому, даже, скорее всего, и не бывает вовсе. Поэтому, да, все-таки основное, если такие звонки начинаются, обращаться в полицию. Также, кроме этого, совершаются ряд мошеннических действий по телефону. Пытаются тоже обманным способом сделать так, чтобы перечислили деньги там, на телефон другой. Мама, папа, помогите. Как в этих случаях вести себя? Надо во всем это все из области мошенничества, да, должны понять одно. Значит, есть закон, который надо соблюдать. Если какие-то звонки непонятные поступают там вечером или ночью, как это обычно делают, там, что ваш сын попал там в беду или там сбил человека, либо родственники, да, вот сотрудники полиции здесь находятся, вот возможность там это. Самый простой вариант это позвонить все-таки в дежурную часть полиции и узнать, было ли такое происшествие. Потому что все происшествия, которые происходят на территории, они регистрируются у дежурного. И по этому факту вы хотя бы поймете, было такое или не было такое. Сотрудник полиции, приезжая на место происшествия, случайно там не оказывается. Его туда вызывают, специальная группа, есть для этого дежурный, где он отвечает постоянно в журнале, где кто находится. Поэтому в связи с этим на такие уловки мошенников идти не стоит, и надо все моменты как бы здраво размышлять и думать, стоит ли кому-то дарить свои деньги за ни за что. Ну, мне кажется, что все-таки стоит нашим гражданам хоть немножко доверять сотрудникам полиции, звонить, узнавать и обращаться.
потихоньку их так нужно все равно к этому подталкивать. Полиция для этого и нужна, чтобы помогать гражданам, да, поэтому все-таки при совершении каких-то противоправных действий против вас или ваших родственников необходимо сообщить в полицию об этом. Кроме того, наверное, к вам обращаются взрослое поколение, которых часто обманывают, забирают пенсии. И... Да, были такие случаи даже в этом году, когда так называемые под, опять же, скажем так, пенсионеры там, в возрасте от 70-80 лет, к ним приходят люди, которые представляются социальными работниками, вот, предлагают там несколько вариантов, либо поменять деньги на новые, либо там бесплатная медицинская... Там, вас отправят в хорошей санатории, но надо заплатить там 1000 рублей, мы вам готовы поменять эти деньги там. Вот. Ряд мошенничеств тоже есть. Мы, конечно же, таким гражданам пожилым возрастом это все объясняем, рассказываем. Но периодически случается, но, опять же, таких мошенников задерживают. Угу, то есть реально их задержать? Да, это реально, потому что такие люди, как правило, все-таки совершают, так сказать, серии преступлений, они на одном-двух граждане останавливаются, и они в периодичности попадаются. Были какие-то вообще абсурдные случаи, что там просто так вообще отдавали, там, не знаю, на покупку новой сумки? Ну, были случаи, когда бабушка выходила из кассы оплаты, то есть она снимала деньги с книжки, сберкнижки, а потом приходит в полицию и говорит, что вот у меня фальшивые деньги в банке дали. Мы начинаем выяснять, оказывается, данные деньги она передала перед выходом какому-то человеку, который говорит, надо проверить ваши деньги, и вернули назад уже фальшивые. А она об этом как бы забыла и подумала, что ее в банке обманули, а по выяснению оказалось, что это какой-то мошенник стоял, который на входе в банк, и к этому банку никакого не работал в этом банке. В таких случаях, когда вот что-то такое происходит, зачастую куда надо обращаться? К участковому, к своему, вот если это в квартире происходит с пенсионеркой? Найти участкового, во-первых, в каждом доме у нас сейчас, по крайней мере, висят объявления, где написано и номер участкового, вот, и номер дежурной части местного отдела полиции. Но самый простой вариант – это набрать 02. Это телефон работает, вас соединят по этому номеру с дежурной частью именно того места, где вы проживаете, и по цепочке вас выведут на того человека, который необходим вам помощи. Чтобы вам эту цепочку не искать, вам проще всего набрать 02. Ну и хотелось бы под конец нашей программы подвести еще небольшой итог. Все-таки у нас тема сегодня это квартирные кражи вот в летний период. Чтобы вы еще раз сказали, какие действия на сегодняшний день необходимо сделать каждому жителю, который на выходные уезжает на дачу, либо собирается в отпуск. Основные действия граждан. Первое, это оставлять все свои ценные вещи, а именно все-таки многие хранят до сих пор свои деньги дома, в сейфах. Сейф. Это не панацея. Есть сейчас средства, такие как банковские ячейки, либо счета, куда эти деньги можно перечислить. Это первое. Второе, это обезопасить, если вы проживаете в домах на первых этажах, обязательно должны стоять решетки, потому что квартирные кражи путем попадание через отжим окна – это популярное сейчас преступление. Второе – это все-таки установка, если это возможно, систем защиты как сигнализация. Дальше. Если вы проживаете в многоквартирном доме, у вас стоит система домофона, то все-таки это надо понимать, что те, кто проживает в доме, у них есть ключи, а те, кто там не проживает, попасть могут только к своим знакомым. Поэтому открывать незнакомым людям не рекомендуется. И следующее, это, конечно, бдительность. Чем больше людей в доме будут знать о друг друге, тем больше это и как бы надежнее будет жить и безопаснее в этом доме. Спасибо вам большое за то, что пришли, за такую информацию. Я напомню, что у нас в гостях был начальник имущественного отделения уголовного розыска нашего Мытищинского УВД Андрей Бирюков. Спасибо вам большое. Ну, а вам желаю беречь свое имущество. Всего доброго и до встречи. Спасибо.